Сбалансированное питание как залог спортивного успеха. Футбольный клуб «Шахтер» заключил двухлетний контракт с «Гербалайфом». Отныне специалисты этой компании будут интегрировать новые продукты в рацион горняков. Появятся ли у донецких футболистов новые силы благодаря питательным добавкам, узнавали наши корреспонденты. «Шахтер» теперь будет жить по-новому, точнее питаться. Сегодня донецкий клуб заключил партнерский контракт с известной компанией по производству биодобавок и сбалансированного питания. Президент нашего клуба постоянно говорит, что у нас есть наша такая самая амбициозная цель – это выиграть Лигу чемпионов. Так вот, я хотел бы сказать, что компания «Гербалайф» уже выиграла Лигу чемпионов. Она уже находится, скажем так, в элите по производству и продаже именно вот спортивного питания. Барселона, Спартак, Лос-Анджелес Галакси и персонально Лионель Месси и Дэвид Бекхэм – эти бренды уже несколько лет вместе. «Шахтер» – первый футбольный клуб Украины, с которым будет сотрудничать компания. А почему именно «Шахтер», а не, допустим, киевская «Динамо»? Я вам честно скажу, мы всегда стараемся работать с самыми лучшими командами. По словам начальника медицинской службы клуба Артура Глущенко, питание в жизни футболиста составляет 1-2%. Но если в комплексе с тренировочной и восстановительной работой, это то, что может помочь быть немного впереди конкурентов. Учитывались такие компоненты, как качество продукции, как эффективность использования продукции. Также немаловажный вопрос то, что спортсмены уже используют эту продукцию. Ну и один из важных критериев – это также на всю продукцию, которую будут использовать спортсмены, есть заключение антидопингового комитета. Главные эксперты – футболисты. И хотя Разван-Рац и Андрей Пятов признали, что в быту эти продукты пока не употребляли, у вратаря «Шахтера» есть наглядный пример – партнер по сборной. Недавно, буквально месяца три назад, я с Андреем Диконем разговаривал, и он мне сказал, что мы вот, ну, «Спартак», ну, работаем с «Гербалайфом». И, ну, я думаю, вы сами можете посмотреть на Андрея Диконя, и в таком возрасте он, ну, остается на таком высоком уровне. Финансовую сторону сотрудничества стороны не раскрывают, но по неофициальным данным, в денежном эквиваленте двухлетний контракт сопоставим с трансфером восходящей футбольной звезды. Александр Певтев, Станислав Мирошниченко, Владимир Конопля. Специально для телеканала «Донбасс».